Добрый день, дорогие друзья! С вами Дмитрий Леонтьев. И сейчас я записываю видео, как купить пакет в компании Qualion. Итак, сейчас есть два вида пакетов, доступных для покупки. Это низкорисковые пакеты и среднедоходные пакеты. Итак, для того, чтобы купить лицензии со средним риском, нам нужно сначала купить лицензии с низким риском. Итак, чтобы купить лицензии с низким риском, мы нажимаем «Купить». Выбираем количество лицензий, например, одна. Сейчас просто пробную покажу. Нажимаем три галочки, чтобы мы ознакомились с условиями, политикой, процедурой и планом маркетинга. И нажимаем «Купить». Далее нам выставляется счет вот такой. Сумма для оплаты и Ethereum кошелек. Также можно для удобства просканировать штрих-код, чтобы у нас сразу отобразился кошелек. Так, нажимаем оплатить. Я оплачиваю с Exodus, с телефоном. Так, далее сумма. Так, 0.42.799.0.584. Так, четверка уже не умещается. У нас получается последние цифры 0.58. И мы округляем восьмерку до девятки. То есть всегда последний знак, который умещается, мы округляем в большую сторону. Потому что вся сумма у нас не умещается. Далее кошелек проверяем первые и последние цифры, на которые отправляем. 0x000 3D21. Все, нажимаю Next. И отправляем. Все успешно оплачено. Так, после этого нажимаем кнопку «Я оплатил». И у нас появляется в истории транзакций наш счет. И статус ожидания. Сейчас пока он оплачивается, я сейчас сразу же... Я уже сразу не смогу. Пока у вас не встанет с низким риском, вы не сможете купить с высоким риском. Все, я нажимаю лицензии, чтобы посмотреть, и вижу, что количество лицензий 1, начинающий, зелененькая лицензия означает, что с низким риском она. Предстоящие платежи 1000 дней, таймер обратного отсчета, за сколько мы ее купили, и статус новый сейчас стоит. А деньги поступают в пул, далее в пуле до 14 дней они могут собираться в пуле, и после этого покупается мастернода и начинает идти доходность на протяжении 1000 дней. А мы это увидим вот здесь в статусе. У нас сменится статус с нового на статус активный. И он будет синего цвета. Итак, далее мы заходим опять в программные продукты на главную страницу. Выбираем лицензии со средним риском. И отлично, нам везет. Мы сейчас можем купить один к одному, пока есть вот это количество лицензий. Потом это приобретается один к трем. Так. Еще лицензия у нас не активирована, потому что, видите, не можем купить. Так, подождем. Так, статус новый появился. Здесь завершено. Обновил страницу. В наличии можно приобрести вот статус. Все, теперь я ознакомился с условиями, я согласен и так далее. Вот хочу показать вам, смотрите, один к одному мы можем сейчас купить. А вот, например, если я хочу купить две, то мне нужно докупить низкорисковых. Потому что, видите, сразу кнопка неактивна становится. Итак, на $100 лицензии нас предупреждают. Обратите внимание, что этот продукт рекомендуется только пользователям с обширным опытом в сфере криптовалюты и рынка POS. Подтверждаем. Далее нам выставляется такой же самый счет, только с другими реквизитами. Так, отправить. Сканирую штрих-код. Отлично, кошелек подгружается. Проверяем кошелек. 0x04 4b0. Ага, все верно. Так, далее пишем сумму. 0.427.95. 39, 5. Так, и пятерку вот эту после девятки, которую у нас округляем до шестерки. Так, все, далее отправляем это. Отправка, success. Все успешно. Так, далее спускаемся вниз и нажимаем кнопку «Я оплатил». После этого нас перебрасывает в раздел «История транзакции».
И вот здесь мы видим статус ожидания. Этот уже завершен. Платеж, который перед этим мы делали. Так, обновляем. Так, пока ждем. Ждем. Можем заходить в лицензии, смотреть. Она, в принципе, здесь должна появиться. Так. Обычно это занимает около 2-3 минут. Также вот здесь вот в транзакциях вы можете посмотреть, то есть какие, ну, комиссию за активацию, какие были выставлены счета. И иногда бывает такое, что когда вы покупаете лицензию со средним риском, например, вы случайно закрыли счет, или у вас перезагрузился компьютер, ну что-то вы не успели оплатить, то в этом случае вы не сможете выставить повторный счет. Все, завершено. Отлично. Вот так, друзья, легко и просто покупаются пакеты в компании Qualia. И уже через, максимум через 14 дней они начинают приносить доход на протяжении 1000 дней. Плюс здесь идет возврат тела, что, я думаю, на мой взгляд, является очень выгодным предложением на сегодняшний день. Благодарю за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, всем пока!